Всех приветствую, с вами Android Androidыч. Сегодня хотел поговорить о достаточно необычной игре. Дело в том, что в этой игре вы будете управлять динозавром. В самом начале игры вам дадут выбрать из нескольких видов, выбирая. Каждый динозавр обладает определенными характеристиками и параметрами. И в зависимости от этого ваш динозавр будет больше, меньше, быстрее бегать и передвигаться. Вот так мы сможем перемещаться. С левой стороны у нас имеется джойстик. Мы можем с вами атаковать. Можем прыгать. Как вы видите, динозавров огромное количество. Мы можем с вами перемещаться по карте. Не то, что по карте, по огромному миру. Для этого мы тапнем на эту карту. И сможем телепортироваться в любое место, куда мы хотим. Тут даже есть Кинг-Конг. Здорово такой Кинг-Конг, с которым тоже вы сможете сражаться. Игра требует обязательный доступ в интернет. И все динозавры, которые здесь присутствуют, это живые люди. И вы можете с ними общаться. Давайте сейчас, вот слышите, звуки громадные, значит, какая-то здоровая, я не знаю, кто это, или динозавр, или Кинг-Конг, там, или кто там, горилла бегает по этой территории. С правой стороны, как вы видите, показана карта, да? Никак не получается у меня дойти до того места, где показаны вот эти вот точки, это значит, кто-то там присутствует. Давайте попробуем добежать. Динозавры огромные есть. Вот они. Вот, наконец-то я к ним подхожу. Как видите, потихонечку проецируется изображение. Там идет месиловка. Махаются динозавры, гориллы. И тут пытаются друг друга уничтожить. Вон, видите, как долбанул, что аж отлетело. Тут прям месиловка такая нормальная. У каждого существа имеет свои жизни. И я-то, кстати, тоже могу умереть. Вот если мы тапнем вот сюда, вот мы можем посмотреть наши параметры. Вот первого уровня потихонечку будем с вами повышать. Давайте куда-нибудь чуть-чуть... не успел я телепортироваться, как видите, меня завалили. Ну, игра в первую очередь для тех, кто любит играть именно онлайновые. Вот, допустим, сейчас давайте в другое место попадем. Онлайновые какие-то игры, да, в которых вы можете общаться, существовать. Вот мы куда-то попали, в какое-то место, где имеется вода. Тут плавает рыба, ну, чуть динозавров, в принципе, надо их искать. Давайте какого-нибудь еще возьмем вот сюда вот. Прикольная, интересная игра, но такая специфичная. Не каждому такая игра может понравиться. Вот куда-то попал я в пустыню. Поэтому, если вам нравится такой жанр... О, видите, какие-то здоровые жуки будут податься. Не знаю, инопланеты. Вообще, по сюжету там как получилось, что на Землю попали вот эти вот инопланетные какие-то существа, которые, ну, я не знаю, что произошло дальше. И вот они появились, попали на землю и начали, не поймешь, что тут началось. Вот даже с такими жуками мы будем с вами сражаться. Давайте перейду к плюсам и к минусам. Плюсом является огромный мир, возможность играть с живыми игроками. Вот, много динозавров, короче, делай, что хочешь. Минусом является обязательный доступ в интернет. Это, конечно, может напрячь, но это такой жанр, понимаете, по-другому никак в него не сыграть. Поставлю, наверное, тройку. Я не очень люблю такие жанры. Вы можете смотреть даже. Вот. А с вами был Android Android. Всем пока.